Мэр Магадана Юрий Гришан продолжает работать с народными избранниками в рамках депутатского часа над конкретными вопросами, которые ставят депутаты. В этот раз глава муниципалитета провел выездное совещание на Пионерном с Петром Цветковым. Обсудили благоустройство микрорайона, определили те точки, которые больше всего волнуют магаданцев. Определились по первоочередным проблемам, выявили, какие проблемы будут в ближайшее время решены. Самые острые проблемы, озвученные на сегодняшний день, это бесхозное хранение строительных материалов, отсутствие благоустройства во дворах, опасные объекты детских игровых форм, разрушенные лестницы, ну и так далее. В ближайшие годы запланировано благоустройство во дворе энергостроителей 9. Сделают асфальтирование и планировку двора, а также установят малые архитектурные формы. Также в рамках наказов избирателей благоустраивают двор по улице Ямской.